прибыли к нам с Кауновского зоосада в 2012 году, 4 апреля. Одна птица 1997 года рождения, а вторая птица 2005 года рождения. Изначально, когда они к нам приехали, была одна кладка сразу же, но она не состоялась, они выбросили яйца. Вторую кладку они отлаживали в 2016 году, но тоже яйца разбили. Вот. В прошлом году самка отлаживала одно яйцо, но они им даже не были заинтересованы. Вот. Ну и в этом году они снесли два яйца. Первое яйцо было снесенное 4 апреля, и второе яйцо 6 апреля, и самка сразу села на яйца. И уже 17 мая у нас вылупился один птенец, один единственный, второе яйцо у нас пропало. Птица кладку насиживает по очереди, и самец, и самка. И кормление тоже происходит так же. И самец кормит птенца, и самка кормит птенца.